Вот здесь. Ну что, драма, настоящая драма. Это настоящий финал. Перетягивает Дмитрий. И вот, да, сломалось. Да, да. Вот это да. И реакция как раз вот на дальнем плане, она очень-очень показательна. Потому что палка-то приличная, она диаметра, вот сами обратите внимание, да, что как бы там явно не тоненькая. Да, счет по-прежнему 1-0 таким образом. И это действительно по-киношному уже. И еще одна палка ломается. Нет, такого я такое еще не бывает видел. Вообще. Я вообще практически... Вот сейчас это четвертая попытка уже была, да? То есть мы считаем, первая выиграна Келдебеком, вторая выиграна Дмитрием, но был подан протест, и две попытки с поломанной палкой. Я не буду с этими парнями здороваться за руку. Да, лучше не надо. Они ломают палки. Просто захватом. Вот здесь она разлетается. В щепки просто, да, разлетелась палка. Маться, наверное, да? Потому что у вас знания уже такие достаточно глубокие. Осталось наработать технику. Да. Вот видим, как концентрируется Дмитрий Попов. Сборная России. Дмитрий Попов. И сборная Кыргызстана. Атайбек. Да, так раздергивают. И поехали. И перетягивает Дмитрий Попов своего соперника на себя. И какие эмоции, Дмитрий. Конечно, уже нервы, никакие нервы. Да, мне кажется, да, там ни сил, ни физических, ни эмоциональных не осталось. Учитывая, что захват был на стороне соперника, да, и учитывая вот все предыдущее. Молодец. У меня у самого сейчас слезы на глазах пойдут, наверное. Ох, а там еще и, получается, уже ногу травмировал Келдебек. Прихрамывает. Была она повреждена, по всей видимости, там тейп мы видим. Да. И кто мне скажет, что в перетягивании палки нет эмоций, что это скучный вид спорта? Я абсолютно с этим не согласен. Вот ради таких финалов, да, ради таких состязаний стоит это смотреть. Поздравляем Дмитрия, поздравляем всю Якутию и всю Россию, конечно, да, с этой золотой медалью. Это был великий финал, мне кажется, да. Я думаю, настоящая завоеванная медаль. Да, этот поединок останется в истории масс-рестлинга, это точно.